Во Дворце культуры «Видное» проходит лекция о вреде наркотических веществ. Школьникам расскажут, как уберечь себя и не подвергать свою жизнь опасности. Сотрудники Дворца культуры подготовили для учеников Видновского художественно-технического лицея тематическую викторину и программу с образовательными видеороликами. Мероприятие было нацелено не только на просвещение ребят, но и на предостережение от непреднамеренного риска здоровью. Тема нашей программы выбрана не случайно. Здоровому человеку нужно все, а больному нужно здоровье. Это очень актуальная тема, потому что подростки не имеют своего полноценного «я», у них нет возможности отвечать за свою жизнь полноценно, да? Поэтому очень важно нам, взрослым, умудриться рассказать и донести до каждого подростка, что он должен сделать выбор, и он должен сделать выбор в правильном направлении. Были приглашены 6-7 классы. Мне кажется, это именно те классы, которые вот начинают свое познание вот в мире. Теория ответственного отношения к организму должна подкрепляться практикой. Школьники рассказали, как они относятся к здоровому образу жизни и соблюдают ли его. Да, я соблюдаю здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, не курю, не пью, не принимаю наркотики. Соблюдаю спорт, занимаюсь спортом и просыпаюсь хорошо, соблюдаю режим сна и питаюсь тоже хорошо. Как показала программа, подрастающее поколение относится к теме здоровья с большой ответственностью, следит за режимом сна, правильно питается и не собирается двигаться в ином направлении. Если мы будем постоянно детям говорить, что это хорошо, хорошо радоваться жизни, хорошо питаться, правильно заниматься спортом, чтобы быть здоровым, тогда ребенок усвоит, мне кажется, эти правила и будет идти только вперед и наслаждаться своей жизнью. Проведение подобных мероприятий оказывает на учащихся положительное воздействие и позволяет не только узнать что-то новое, но и уберечь себя от вреда здоровью. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.